Дорогие друзья, мы находимся в культурном центре Тимоново городского округа Солнечногорск. Все артисты готовы к сегодняшнему праздничному концерту. И остается сказать фразу нашего великого Юрия Алексеевича Гагарина. Поехали! Русский парень, наш космонавт. Мы первые в космосе. Мы первые проложили человечеству путь к звездам. Открыли новые захватывающие горизонты, совершили рывок в развитие космонавтики и навсегда вписали свои имена в историю покорения Вселенной. Ваш звездный час, Юрий Гагарин, старт на Земле родной. Помнят березки и тополя у дорог васильки сиреневой. Всем добрый день! Я сегодня счастлива побывать на чудесном концерте «День космонавтики». А мне нравится, 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 и это все, что я могу сказать в ответ. Браво! А на сегодня в клубе одна, в глазах ее синие ложатся, и эти руки. Апреля 61 года первый человек Юрий Гагарин покорил космос. Я желаю вам богатырского здоровья и новых высот и побед. Ваша Даяна Брют. Дорогие друзья, все сотрудники Центрального офицерского клуба воздушно-космических сил желаем каждому военнослужащему, чтобы его служба проходила только в штатном режиме и каждая поставленная задача была обязательно выполнена.